Тайгер, Чак. Так, мы в эфире. Так. Да ты чё? Да, пока что в эфире, да. Так. Чё там, запускать игру, да? Стрим уже, стрим я включил, игру запускать, нет, ребята? Сейчас, подожди, мы, надо убедиться, что ты реально включил. Хорошо, ладно. Да блин, ну почему ты Mad Max'ов любил, а? Рекламу. Специально, чтобы позлить вас, ребята. I hate jump puzzles. Угу. Все, как бы стрим идет, вот это. Все, да, врубаю. Врубаем сейчас, сейчас уже будем включим все, ребята, не волнуйтесь. Вань, пожалуйста, не шуми, ладно? Прошу тебя. Не кричи только. Делай все, что надо, только не шуми. Все сказала? Да. Все, свободно. Все. А ты тоже свободен, знаешь, что об этом? Все, во время стрима не ходить, все. Не ходить во время стрима. Смотри, если я услышу, что ты вопишь... Не ходи. Вот так, а мне не надо, чтобы он шарахнулся. Да. Я приду и выдерну, а там обижайся, не обижайся. Договорились. Окей, ладно, все. Так, ладно, ребята. Технически такие тут накладки небольшие, ладно. Так, ладно. Прям сдул прямо меня вообще. Фуджи. Улетел. Я. Ты? Да. Так, минуточку. Hard reset. Так. Включаем картиночку, ребята. Так. Врубай. Да. Поехали. Поехали. Торговая марка Сеги. Представляет. Так, пишет. Ты сказал Сеги? Да, Сеги. Это было давно. Так. Добро пожаловать в наш город, где жизнь полна любви и радости, и все живут в мире и дружбе с соседями. Все, кроме той, которая завидовала красоте и популярности Мини. Ведьма Мизерабель. Однажды... Однажды... Темной ночью... А или днем Мини пытался... А Микки пытался сделать что-нибудь. И преследовал Мизерабель на всех... На всем пути к замку. А что такое? Замок иллюзий. В главных ролях Микки Маус. Так. Перевод от компании Magic Game. Так, поехали, ребята. И? Да. Так, поехали. Все, настраиваем. Так. Поспеши, ты должен спеть до того, как Мизерабель использует свою силу. Забери красоту, заберет красоту Мини и превратит ее в ужасное чудовище. Тебе нужно найти 7 бриллиантов, они позволят тебе обрести силу, с которой ты сможешь одолеть Мизерабель. Значит, получается, но будь осторожна, бриллианты охраняет сам повелитель иллюзии. Что-то знакомо, то, что Микки стоит и видит на этот замок. Что-то где-то я такое видел уже, подобие. Ага. А что тебе напоминает, говоришь, извини, что перебил тебя? Я говорю, что-то вот Микки стоит ага. и смотрит на замок. Тебе ничего не напоминает? Нет. Наверное, Кастлевания, наверное. Нет. Нет? О, ладно. Другое. Ага. Этот, который бегает, человек в синем. А, в синем, ну не знаю, может быть, да. Ты понял, о чем я? Не совсем, поясни, пожалуйста. Ниндзя Гайден был похож. Серьезно? Похож же. А, ну да. Тоже смотрит на этот замок. Да. Так, у нас есть жизнь, короче. Жизненная энергия, ты... Три удара. Жизнь, три. Вещи, это могут быть яблоки...
шарики там и свечки в будущем, короче, в остальных уровнях. И очки справа, короче, так же. Так, враги убиваются... Чем? Ну, вот и вещами этими, и плюс еще можно прыгать на них, короче, двойным прыжком. А-ля Марио. Ну, попой, короче говоря, так, грубо говоря. Ну, Марио? Да. И еще, ты говорил, там в сюжете сказано, то, что ведьма хочет превратить в мини-чудовище. Да. Это тоже что-то подозрительное. На какую-то игру тоже отсылка есть. Может быть, может быть. Не Сплаттерхаус ли это часом отсылка? Может быть, может быть. Первая часть. Но кто знает. Тоже... Это... Забыл. Дженнифер превратили в монстра, а здесь тоже мини хотят монстра превратить. То же самое. Возможно, да. Ну, враги здесь, я так понял, они упоротые, да? Да, разные враги. Упоротые. От грибов, точнее, от цветочка до грибов, и там и пеньков разных. Марио Микки не простит. Да. Ай! Так, меня задели один раз, к сожалению. Просто невероятнейшая игра. Да не, реально, кстати, меня зацепило очень. Микки Маус. Микки Маус, да. Микки Мусе. Да. Микки Маусе. Вот. Миски Маусе. Миски. Миски. Микки. Чак. Да, Чаки. Чак. А, вот оно что. Микки. Чак. Ага. Чак. Первый уровень, я так понял, в лесу. Воу. Фу, чуть не свалился. Это уже DuckTales пошел. Ну да. Ай-яй-яй-яй! Разобили немножко меня. Зараза, ну ладно. Это ты что там собираешь? Эти яблочки. Яблочки. Ты Crash Bandicoot, что ли? Наверно. Ты еще скажешь, что Микки крутится волчком и под катиком делает, да? Нет, этого, к сожалению, он не умеет делать. А-а-а. Ну, может быть, и к счастью, возможно. И звезды собирает. Но я говорю, эта игра копирует некоторые игры. Так что... А чем он кидается? Китайцы еще яблоками, короче, кидается. От собака. Я сейчас заметил, что тебя присануло. Это огромным яблоком. Да. Собака какая, ладно. Выход. Это хорошо, что у тебя на русском. Да. Паутинки. Да. Ты попал в царство Человека-паука. Да, вот такие дела бывают, да. Помню я одну игру на Денди, назывался Микки Маус Копат, что ли? Так она называлась. Копат? Маус Копат, вот. А, Копат. Где там играешь за Мини, за Микки, как бы. Как бы управляешь одним персонажем, но Мини идет за тобой. Ага. Может, не в курсе этой игры, да? Точно не помню, нет. А, ну... Микки Маус Копат. А, ну да, возможно, есть такое, да, есть такое, да. Это Хадсонский. Я играл на семиигровке, которую показывал кто-то из известных блогеров, что ли. Сейчас спрошу. Ну, который еще там был Черный Плащ, Тейлспин, Снейк и так далее. Это семиигровку. Сейчас мы бонус подсобираем тут, чтоб нам жизнь дали. А игра, она это не портит с чего-нибудь будет? Нет? Вряд ли. Не, ну, выходил, кстати, ремастер этот выходил, в принципе. Кто знает. Переиздание, типа. Да, с улучшенной графикой. Ну, так как этот, DuckTales ремастер этот. Да, первую часть. Да. Ворот! О, здорово! Андрюшки! Банами и Канта. А чё, как там? Чё мне использовать? Леди в красном платье. Ну я это пока остановил. Я пришёл. А, спасибо.
Леди в красном платье, Ваня на заднем фоне. Да-да, мы поняли, вы поняли, да. Плюс 5 к просмотру. Да. Да, тысяч. 4 попал. Я наблюдаю, значит, голубые грибы. Да. Голубые. Из Марио, наверное, небось. Грибы голубые. Да, голубые грибы, да. Я говорю, Марио и Микки не простит. Потому что он губит грибы, которые Марио сам ест. Блю машрумы такие. Угу. Так. Блю машрумы, да. Вот блю машрумы, это... Вообще, да. Так, первый босс у нас, ребята. Лексикон. Блю машрумы. Хак. Прикиньте, мы сделали хак Марио каска вот Иллюшн. Такой бегает. Марио такой Марио бегает. Да, боссы здесь упоротые боссы, ребята. Первый босс. Неужели голубой горит? Нет, не угадал. Насколько они упороты, Ваня? Пенёк. Что? Пенёк сухой. Какой пенёк? Такой, круглый такой пенёк. Я знаю одного пенька из растений против зомби. Пенёк факир называется. Все, конец босса. Первый босс пройден. Вань, ну зачем ты Мукуджина обижаешь? Смешно. Так, это, кстати, это красный бриллиант. Это только начало пути спасения Мини. Я же говорю, это Краш Бандикут. Он яблоки собирает, кристаллы. А суть-то спасти Мини? Да. Да, чтобы не превратили его в чудовище. Как ни странно, да? Да, как ни странно. То Марио, то Краш. За 50 тысяч нам жизнь дали сейчас. Да. 50 штук? Да. Это была первая дверь, ребята. Еще одна дверь. А что внутри? Не знаю. Так. Неужели это следующий уровень? Да. Это такой камень. Игрушечный уровень, ребята. То есть? Сейчас все увидите. Так. Как говорил великий Иван. Да. Я проходил по истории. Да, то историю, да. То историю? Да, то историю, да. Великую ту историю. Да. Ага, ладно, хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас, а что внутри? Не знаю, не могу тебе сказать. Угу. О, игрушечный. Да, игрушечный. Фига ты даешь. Ну, блин. Ты, походу, в игрушечный магазин залез. Да. А как ты угадал? Да, удивительный роман, да? Да, вообще. Удивительный. Так, ладно. Игрушечный солдатик. Я же говорю, то Марио. Вон, коробочки с вопросиками. Точно. Ну все, значит, хак обеспечен здесь. Да. И знаете, есть отсылка тоже, ЧПДЛ. Тоже игрушечный уровень. Не спорю. Блин. Вот это. Чипендулисы мне попахивают. Да, я говорю, чипендулисы, да, попахивают. Не хватает ЧПДЛ. Ну и ЧПДЛ можно здесь тоже хак сделать. И Марио сделать можно хак. Хорошо, отлично. Управление добротное? Ну, в принципе, да. Очень хорошо мышка идет. Да, да. Мышка хорошо идет, в принципе, да. Не жалуюсь. Хорошо идет. Что, если же DPI, Свен? Да. Удивительно. Так, ладненько, хорошо, попробуем. Сивка это прыгнет. Ну давай-ка. Отлично. Так, вышла она в 90-м году. Угу. Неплохо. Она еще на Master System выходила, в Game Gear и на Saturn. Угу. Нормально.
Рома одобряет. Thank you very much. Микки Маус, no castle illusion. No. Да. Это именно и просто. Но это не суть. Типа и замок иллюзии. Да, замок иллюзии. А, еще Кастельванию можно, кстати. Да, Кастельвания. Кстати, она очень похожа, кстати, на некоторые игры. Я уже 3 игры назвал. Даже 4. Ну, Марио, разумеется, да. Крэш Бандикут. Бандикут, Кастельвания. Чип и Дейл. Уровня тот. Yes. И вот конец уровня, ребята. Даже боссов нет. Не, боссы будут. Если бы мы взяли бы уровень, ну, сложности изи бы, то боссов бы не увидели вообще ни одного. Вот так босс вот. Босс у нас будет боевая печенька. Не совсем. Не угадали, Алексей. Ключ. Нет. Не-не-не, я просто взял ключ. Да. И ты скатываешься с горки. Побежал такой. Да. Матис за тобой бежит. Босс будет, это самый свой ужасный кошмар, короче. Мой? Да. I'm your worst nightmare. Ты этого врага, ну, персонажа ненавидишь вообще. И в реале тоже не любишь его. Да, такую... Такую профессию тоже не любишь. Это... Мик такой спокойный, не важно, да. Что похитили мини, он такой веселый, приходит уровень, нормально. Да. Надо думать о серьезном, а он веселый, бегает, ну, нормально. Секретки есть тут, ребята, тоже. Он что, ломает эти... блоки, что ли, ломает? Да. Уважаю. Да. Блин, давай, потискивайся давай вниз. Так, хорошо. Блин, задели меня, ладно. Постараюсь больше не так не делать. Давай. Так, ждем. Ух, успел. Давай, правильно все. Все хорошо. Так, было 15. Вот, а, мешочки синие дают 10, короче. Плюс 10 к этому, к вещи, короче, прибавляют. Больше шариков становится больше. А, скоро будут враги новые, кстати, будут, ребята. Какие? Клоуны на велосипеде, короче. Клоуны? А, блин. Ладно, задел меня, зараза. Сапога какая? Так, ладно, хорошо. Так. Пополнение взяли, отлично. Сквозь оттуда, все. Так, что теперь у нас? А, вторая часть уровня, короче. У нас теперь. С особыми условиями сейчас будет, ребята. Сейчас все увидите. Так, ну, здесь можно будет переворачивать, короче, уровни можно переворачивать будет. Стой. Опа! Вот так. Себе в облегчение, короче. То есть ты перевернул, что ли? Да. И враги умирают тоже. Хренать. С этим условием. Точнее, не тоже, а умирают. Так, осторожно. Ух ты. Так, сейчас. Дождемся.
сэр, задели меня, зараза. Ну ладно. Надеюсь, я выживу. Кыш отсюда. Нифига ты там на потолке. Да. Это уже Мегамен 5. Да, Мегамен 5, да, ребята. Уровень гравити мой. Вот такие дела вот у нас. Необычный такой Микки Маус у нас. Да. Так, нам бы выжить только. Нам бы выжить только. А, ладно, короче, не буду. Злоупотреблять не буду. Весело ему по потолку бегать, да? Да. И знаешь, что это еще какая отсылка? Я вот смотрю, как ты ходишь вверх. Костолевание, перевернутый замок. Ну да, согласен. Не понял, значит. О, клоуны. Ну, на этих. На моносипеде какая-то, обычно говорят. А прикольно, когда ты делаешь вот этот переворот, они подыхают. Да. Облегчает тебе это. Да, вот очень облегчает. Сейчас мне надо... взять побольше шариков мне с собой. Так. И главное выжить нужно, потому что у меня один удар у меня, к сожалению. О, отлично, я взял. Все, живем, ребята, живем. Ура, ура. Так, у нас, по-моему, пока что босс, наверное, да? Да, у нас босс, ребята. Сейчас увидите босса, ребята. Худший кошмар у Лёхи. Самый ненавистный босс у Лёхи. Да? Собака какая, аж какой хитрый. Так, главное не умереть, главное не умереть. Главное не сдохнуть, да? Да. Так, так. Охрененный босс. Чертик с коробки, с боксерскими перчатками. О, успел, успел. Все, мы победили с одним ударом, ребята. Это мужик. Так. Мужик. Это оранжевый бриллиант. Тебя еще многое ждет впереди. Не отступай с избранного пути. Так, ты говоришь, сколько там собрать бриллиант? 7 вроде как, по-моему. 7? Ну, уровень, наверное, 7 или больше. Не-не. Нет, уровень меньше. 5 уровней, короче. 5? Ну и длинных таких. Ну да, там. Может, не 7, я точно не помню, сколько их. Странно. Так, давай посмотрим, что внутри. Следующая комната. Да. Крути шкатулку. Ага. Это еще много тебе. Ай, отпись про этого пути. Да, вот тут первый секретик, короче, ребята. Позитивчик, да? У нас немножко небольшой. Это вы о чем? Да. Ладно, это не суть. Ладно. Хорошо. Чистый бонус. А что, он есть еще грязный? Наверное. Хороший бонус. Да. Так. Скажу, ты не помирал. Не, ну, слышишь? Да, нельзя помирать, да. Я говорю, ты ни разу не помер. Вроде нет. Это плюс. О, ты нашел секретную комнатку и собрал. Да. Прикольно. Синие грибы. Из растений против зомби. Да, он нормально, веселый, бегает. Не то, что бегают эти
грибы эти страшно. Вот. Да. Так, и вот конец уровня, короче. Мы скоротали там кое-где. Что-то быстро. Так, ладно. Сейчас здесь немножко помолчим, ребята. Здесь очень нервотрепный момент. А давайте помолчим. Да, немножко. Так. Меня же от нервов палец дергается, вообще ужас. Так, спокойно, только спокойно. Только спокойствие. Сука. Отлично. Водопады тут. Водопады. Так, ладно, хорошо, спокойно. Прошел. Тихо. Лёха, я тебя убью сейчас, блин. Мне так палец. Мне аж палец прямо аж дергается, капец вообще. От нервов, блин. А то еще он кричит сейчас. Погоди. Спокойно. Так, не спешим. Нет, не будем идти пока, не будем. Подождите-ка, ждем. Ждем. Успели? Так, хорошо пока. Ждем-с. Так, подожди-ка, что-то замечтался я. Ладно, не идем. Мечтать не вредно. Да. Ну, давай быстрее. Упс. Хорошо. Ага, нет, я пока не пойду, чуваки. Извините. Алло, теперь уже можно идти спокойно уже. Чао, ребята. Чао, так. Какао. Так, у нас босс, ребята. Очередной? Да. Кто вы? Так вот бегать, чуть-чуть бегающий. Так, ладно. Босс простой, в принципе. Все, вот вам и весь босс, ребята. Желтый бриллиант. Так, ты храбрый мышонок, продолжай свой путь. Ты не можешь отдыхать, пока мини в опасности. Да он разве подумал о додухе? Так. Кто еще пробежал? Блин. Зелененький какой-то, типа крокодила, как что-то такое. Карлик какой-то зеленый. Так, это был третий этап, ребята. Так. Да, Корень Чайковский, да. Крокодил. Чайковской.
Да. Айболит. Так, здесь еще одна дверь. Что открыто? А что открыто за дверью? Чего? Ладно, ладно, забудь. Так, ладно. Библиотека, короче, уровень, ребята. Библиотека. Буковки тут прыгающие. Так, ладно. Так. И следом уровень будет сейчас это какого? Типа пряничный сейчас будет сейчас уровень в банке. Так. Так, ладно. Так, ладно, хорошо. Спокойно, спокойно. Буковки. Да. Буковки, да. Ну, вот первую жизнь, короче, мы слили, ладно. Так, ладно, хорошо. Спокойно. Ненавижу этот уровень, конечно, не очень, конечно, люблю его. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, сейчас подсобираем немножко тут, наверное. А, ладно, пофиг на это яблоко. Не буду собирать его. Все, пошли. Взяли еще один бриллиант, короче. Так, взяли. Так, вот зеленый бриллиант. Теперь попробуй найти выход из комнаты. Не теряй ни секунды, Мини ждет тебя. Че, да. Прошло, что ли? Нет. Это была только часть уровня была. Да. Уровень. Да, сладкий уровень был. Блин. Так. Так, спокойненько, спокойненько, спокойненько. Так, надо жить, нужно жить, ребята. Ага. Собака, еще одну жизнь слил, ладно. Так, ладно. Недопустимо вообще было это сливать из жизни. Сразу какая-то вообще. Угу. Не прыгать просто, не прыгать. Когда это не надо. Так, умри. Ага, сейчас они разбежались, блин. Разбежались и прыгнули. Ага. Еще удумали. Собака, ладно, хорошо. Так, тут небольшой бонус, когда сейчас зайду в кружку, короче, я упал. Постараюсь не слиться здесь, ничего. Все,
Все, ладно. Остальные два не будем брать, короче. Так, ладно. Лучше убьем это существо это. Так, хорошо. Отлично, хорошо. Почему карамель? Газировочный уровень, ты вообще сказал. А? Нет, до этого. Карамельный. Ага, сосово. Блин. Сколько-сколько? Да? Сколько-сколько? Нет, сколько-сколько. А, сколько-сколько, ну да, точно. Ваня плавает в этом. Плавал в Доктор Пепе. Точно. Как не стыдно. В Доктор Пепе плавал. Ну давай, 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 ну-ка. Ладно. Сходим еще один, сходим в один небольшой бонус. Ребята. Постараюсь не слиться здесь. Какое огромное яблоко. Сожрёшь? Давай. Постараюсь. Апли. Ладно, хорошо. Как этот айфон создавался в Орле. Орле, так написано Орле. Орле! О, Ваня опять плавает в Пайпере. Да. Пеппер. Ладно, придется еще и в один уровень идти, к сожалению. Это уже как в Марио. Только ты крошку опустил, а он в трубу. А, босс, короче, ребята, у нас босс. Совсем забыл про него. Собака. Так. Так. Но. Не запрягал. Так, спокойно. Главное не умереть. Да, и я умер, да. Ах, собака. Ладно. Да. Ты умер? Угу. Я думал, ты пройдешь без сливок. Ну ладно. Старался. Что делать? Да. Murder. Да. Собака какая, ну что ж такое задеваешь меня, а? Ирод ты, а? Ирак. Да! Собака какая. Не зря говорит фраза молочные реки, кисельные пиры, да. Ну да. Попробуем.
Собака какая, что сейчас все жизни потеряю, что за фигня, а? Что за босс же, блин, полный лошара? Не знаю, так, такое вот. Да, конечно. Ну давай, давай, не оплошай. Надо просто вовремя налево прыгать. Собака задел меня. Умри. Все. Yes. Прошел. Романыч, по-тихому там. Так, это голубой бриллиант. Ты очень сильный мышь. Но тебе многое еще нужно. Очень сильный мышь, да. Да, нужно сделать, чтобы хочу найти. Да. Мускли Маус. А, Мускли Маус. Масл Маус. Так, я получил жизнь, короче, потерянную. Ребята, ну, я ж еще там две жизни, по-моему, сливал. Так, в итоге у меня с... Так, пройдена еще одна дверь. И поднимайся на второй этаж, по-моему. Это... А, это последняя дверь, что за ней? Может быть, открыта? А, может, у нас вот последняя дверь уже, ребята! Оказывается, мы в четвертый уровень прошли. Круто, молодец. Так. Так. Скоро финал, ребята! Final round. Да. Да. Я даже не ожидал, что скоро финал уже. Так. Пойдем сейчас наберем хп, короче, ребята. Блин. И всех убил, блин, нормально. Так, минутку. Ну-ка, иди сюда, чурбан. Ты мне нужен сейчас будешь. А, это не здесь, оказывается. Ладно. А, иди, и не здесь, понятно. Все, я понял, короче. Понятно. А, это вот это здесь находится, оказывается. Блин. Я убил нечаянно опять. Сейчас воскресим их сейчас. Надо было убить одного, ну ладно. Все, чувак, спасибо за... как там, за палицу. Я на ней подпрыгнул. Нет, ты хотел сказать именно другое, да? Нет, именно это. Искал подходящее по слову. По смыслу слова. Понятно. Фигню какую-то, короче. Сейчас. Разбежался, блин. Угу. Опа. Так. Фух. Да, сложновато, конечно. Сложный путь героя, конечно. Сложный путь героя, да. Блин. Так, ладно, хорошо.
опять не туда залез, ну ладно. Сейчас, минутку. Да, ну сейчас, сейчас будет сложно, будет как... Момент, момент сложный просто. Сейчас. О, замок уже. Да, уже замок, да. Он сложный момент, прыжок. Да, там момент сложный просто, это... У врага скосоливание, так что... С разгоном нужно припрыгнуть, короче, пропасть. Блин, опять не то. Так, сейчас, минуточку. Просто неохота с тремя ударами переть куда-то там. Давай, иди ко мне, чувак. Я тебя убью. По-красивому. I kill you. Выбери свою судьбу, да? Outstanding. Outstanding. Блин. Выбрали персонажа, называется. Да. Outstanding. Выбрали. Столбик. Да. Choose your master. Feel the wrath. Show God. Ладно. Но тут враг, похоже, из Костолевани тоже ходит и кидает топоры. Да. Все, живем пока. А, так, три конта, ребята, у нас еще. Три конта еще. Еще ничего не снесли, это еще ничего. Continue? Да, yes. Of course, continue. Пугает меня своими блоками. Блоки? Какие блоки? Ага. Так, ладно. Спокойно. Воу-воу, мне везет пока. Так, ладно, хорошо. Сейчас вот место будет паршивое. Не всегда получается перепрыгнуть, зараза. Это yes. Уже Марио. Фух, перепрыгнул. Знаешь, вот эти Марио такие? Ага. Тутух! И опускаю. Опускается и поднимает. Да, опасно было, очень сейчас. Твомпы, как их называют. А, твомп, да, твомп. Тутух! И поднимается. Да. Опа. Так, спокойненько. Только без нервов, ребята, только без нервов. Так, спокойно, сейчас тихо, ребята. Все, мы пошли. Этот злополучный участок. Фу, жесть вообще, ребята, жесть. Вот еще один бриллиант. Тебе нужен еще только один. Найди его и спаси меня. Это круто, молодец. Фу, жесть. Икра красная, жесть. Да. Сейчас плывем наверх, потом вниз плывем, ребята, чтобы проблем не было потом у нас в будущем. Mm. И у нас будет босс, короче, повелитель иллюзии. Стихии? Ну, да.
Ведь вся наша жизнь игра. Да. Так. А, нет, вру, это еще один уровень, короче, ребята, в часовой башне, короче. Часовой башне? Да, типа Чип и Дейла. Это... Или Power Blade, короче. Power Blade. Да. Дядя Блейд. O-W-V-E-R. Дядя Блейд. Да, дядя Блейд. Владимир. Так, это вот этот уровень я ненавижу, вообще ненавижу его. I hate. Спокойно, без нервов, только без нервов. Без паники. Так, хилки пока не вайбать не будем, хилки, да. Хил. Да. Лампа? Да. Да. Отлично, дошли до босса, короче. Босс. Все, тихо, совсем, ребята, тихо, все. Блин, да что ж такое, ладно. Тихо, не качи, пожалуйста, Лёв. Умри! Все. Резкий удар вниз! Все. Так, теперь у нас главный враг сейчас будет, короче. Это фиолетовый и самый последний бриллиант. Теперь тебе необходимо сразиться с ведьмой Мизерабель. Удачи! Да, у нас 3 удара, короче, ребята. Не знаю, получится, не получится, но я постараюсь выложиться на все 100. Let's do this. Ладно, все. Да? Собраться, да, let's do it. Так. Так-с. Идёт, короче, приготовление по убийству ведьмы, короче. Ведьме засунуть это в рот эти бриллианты. Да, я за тебя все уровни проходил, собирал эти бриллианты. В рот. Да, ладно, да. Не спешим, главное, все. Не спешить, главное. Прям в глотку. Да. Не спешим, ребята. Умереть всегда умрем. Задолбали все эти жуки, ё-моё, вообще. Бакс.
Фу, ужас. Банан, залетел. Так, погодите, ребята. Погодите. Фу. Бабушка Чарли. Такая Мефисента такая. Да, Анджелина Джоли такой. Смесь Мефисента и со Стервеллой. Стервелла. Просто он летает и свой запах выпускает, зараза, блин. Извините, запах, ребята, идём. Да. Запах изо рта? Бьёт своим запахом. Да, ужас. Ладно, короче, поехали вообще, ребята. Она не чистит зубы, поэтому убивает запахом. Ну да. Да, прошу прощения, конечно, ребята. Он не взял удар. Фух, ладно, так. Ужас. Ваня там на заднем стапке, короче, бегает. Не понял? А почему такое? Что за ерунда такая? Я не понял. Какая? Тапки. Свой запах выпускает. А, ладно. Так, ребята, все, не отвлекайте меня. Мне один хп осталось. Давай. Финишер. Или хотя бы финишер. Так, ладно. Вы вырежешь, ладно, момент, то ладно, Лёха, вырежешь. Ну да, я не выключил, короче. Не поставил эту глушку. Так. Эксклюзивные кадры. Кто вам это чего вообще? Вокруг да около. Так, ладно, короче. Не, ну реально, просто такой запах, ужас, капец вообще, просто. Боевые тараканы ходят и выпухают на лагу. Как будто дихлофос какой-то, какой-то, не знаю. Специально знали, что ты скинешь, да? Прям. Так, все, ребят, не отвлекайте меня, я тут сливаюсь уже, блин. Бегом наверх. Успел, надо же. Впервые, так, ладно. Ладно, хорошо. Ничего, мы не гордые, мы подождем. Мы не гордые. Все, мы пошли уровень, мы пошли игру, короче, ребята. Да ты чё? Да. Благодаря тебе. Мы убили злую королеву Мизрабель. На этом стриме мы увидели две невероятные новости. Блестящее прохождение игры и убийство таракана. Жука, который фукает на стримах у Ивана. Дихлофосом причем. Да, дихлофосом, блин, реально. Дихлофосом, такой, да. Запах такой, вообще главное. Чем ты его травишь, тем он и пукает. Так, ладно. Вот мы летим, короче, нас отвозят
Это же ведьма отвозит обратно, короче. На берег. Откуда похитили нашу мини. И жили долго и счастливо, и умерли в один день. Ну, насчет умерли, это вопрос спорный, конечно. Они бессмертные! И знаете, закон подлости... Да, Мини нас поцеловала, и он упал в обморок, Микки Маус. Ну, вы поняли, о чем я? Да. Что это значит? Да, и вот они у нас целуют, и... Я даже говорить не буду, что они дальше делают. Нет, и внизу титры показывают, вот. Уже. А я вам, что, Вань, ты скажешь что-то другое. Нет. Рома, ты чё? Запах мамы не бежит, бывает. Да, такая музыка такая веселая в конце вообще. Веселая? Да. Чересчур веселая. И улетел гномик, чтоб не подглядывать. Да! Микки, не шлотик. Да пошло, да, но. Да, звук судья Камия. Ты из-за любви. Да. Пришел сюда, наступил на свою смерть. Да, Манфилда. Джексон Ю Ванта и Мило Хатта. Отдельные благодарности им. Хаты? Да. Надо же. Да. У жука, походу, должен был быть стрим, а ты это, компьютер занят. Прикиньте, вместо Вань такой жук стримит. Компания Walt Disney. Ой, PlayStation. Да, Walt Disney. Компания Walt Disney. О, ты, значит, Disney. Да, это я. Это мой прадедушка. Прабабушка. Компания Disney. Да, производство. Невозможно. Да. Возможно. Конец. И в конце сейчас увидим кое-что, надеюсь, сейчас. Что именно? Смотрите, короче, ребята. Долго они будут кружиться, они голова не кружится. Сейчас увидите, короче. Best ending, короче. А я думал, бета-эдинг сейчас увидим. Ну что, ребята, вот мы и пошли игру. Замечательную, да, по компании Disney. Disney. Да. Ну, в принципе, будем и заканчивать на этом сегодня. Castle of Illusion. Да, Castle of Illusion. Старенький миски и моуси. Да. Заходите на наш канал, вставайте в нашу группу. Лайкайте, следите за новостями. Yes. Так это было кино? Да. Все, понятно. Всем до скорых встреч, ребята. Пока-ка. Да. Покеду вообще.